Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Немного о многом». Красивые волосы являются главным достоинством любой уважающей себя девушки и женщины. Уход за волосами требует немалых усилий, но один аспект должен оставаться всегда. Это регулярное посещение парикмахера, который своими золотыми руками поможет вашим волосам всегда быть в отличной форме. Этот специалист уж точно будет знать, как правильно стричь, укладывать, окрашивать, ламинировать волосы. Сегодня мы с вами посетим парикмахерскую «Винтаж». Приятно удивлять наши мастера своим профессионализмом и знаниями. Соблюдение технологий и творческий подход – это всегда гарантированный результат нашей работы. Каждый день нам хочется внести в свою жизнь что-то новенькое. Самый легкий способ – это заплести красивую косу. Мы подготовили для вас меню из кос для девочек, девушек, женщин, которые любят плетение. Длинные или средние волосы всегда считались эталоном женственности и красоты. Косы – наиболее классический способ укладки волос, который также можно назвать и самым актуальным, и модным на сегодняшний день, поскольку это достаточно практично и очень красиво. Меняйтесь ежедневно с мастерами парикмахерской «Винтаж». Чтобы вами восторгались и восхищались окружающие, вам достаточно сделать оригинальную прическу, и успех вам гарантирован. Для создания прически необходимо иметь при себе лак, пенку, мусс, различные гели, воски. Для создания именно этой прически мы использовали лак, укладочные средства, пенки, невидимки, шпильки, декоративные украшения. Сейчас модно иметь здоровые, красивые волосы, поэтому мы рекомендуем вам здоровье ваших волос доверять опытным профессионалам. Наша парикмахерская также оказывается услуга по восстановлению волос. Мы используем косметику зарубежных производителей. Существует мнение, что с длинными волосами можно сделать все, что душа пожелает, а короткие прически всегда статичны. Это неверно. Короткая стрижка хороша уже тем, что она подходит почти всем представительницам прекрасного пола. Умелый парикмахер всегда подберет форму, которая будет выгодно подавать ваше лицо. При правильном подходе короткая стрижка будет выглядеть стильно и женственно. Некоторые секреты идеальных коротких стрижек. Короткие стрижки подойдут обладательницам прямых и слегка вьющихся волос. Обновлять стрижку в парикмахерской необходимо не реже, чем раз в месяц. Слишком тонкие брови обладательницам коротких стрижек не идут. Брови должны быть естественно густыми. Плавные изогнутые линии бровей делают женское лицо привлекательным и более открытым.
Именно поэтому женщины всегда старались поддержать идеальную форму бровей всеми возможными способами. Вот, например, ваши брови. А что мои брови? Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. А как с этим можно бороться? Ну, надо выщипывать, прореживать. Чем? Ну, хотя бы Рейсфедером. В последнее время все более популярной становится коррекция бровей нитью. Этот древний метод использовали женщины восточных стран, чтобы всегда оставаться привлекательными. Он очень прост и эффективен. Форма бровей сразу становится выразительной, потому что наряду с крупными волосками выщипывается и пушок, который невозможно удалить с помощью пинцета. Техника заключается в том, что нитка сильно натягивается, ее петля набрасывается на волоски, которые выдергиваются резким движением. Поэтому коррекция нитью считается одним из самых эффективных способов моделирования формы бровей. Парикмахерская «Винтаж» – это просто высший класс. Благодарим коллектив парикмахерской за теплый прием и полезные советы. Надеемся, они вам пригодятся. Ведь волосы – это зеркало вашего здоровья, а ухоженные волосы – залог прекрасного настроения. Дорогие друзья, пусть ваше настроение всегда будет прекрасным. Ну а на сегодня все. Увидимся!